Доброе утро всем. Наработку. У нас сегодня не дождя, у нас сегодня хорошо. С утра уже было 18 градусов. Я там внизу, когда поднималась на машине, видела, что... Ути, господи. Ани! Ани! В общем, что раздавали маски, ну, носили по домам. Посмотрим, может, мне тоже принесут бесплатную. Такие обычные хирургические маски раздавали. Вешали на дверь жителям. Пойду я на работу. Меня уже, наверное, ждет эта клиентка. Она немного больная. Вот, поэтому... Ну, больная. Ну, понятно, да? Больная. И смешная. Такая, ей уже 40 с лишним лет, но она ведет себя как ребенок. Смотрите, какое небо голубое. И вот она всегда приходит заранее. Не знаю почему. Сейчас эту женщину я уложила, подстригла. Смотрю новости, знаете, что у нас запретили скидки в магазинах, вот когда откроются. Но сейчас пол Испании открыты магазины, мы не ходим в эту пол Испанию, вот, и запретили в магазинах скидки, но онлайн будут скидки проходить, не знаю, как это может быть, знаете, как можно сделать? Посмотреть байт, а купить... Онлайн, я не знаю, как это, ну как-то переплачивать за ту же самую вещь мне хочется, да. Ну вот, чтобы люди не шарахались по магазинам, вот убрали скидки. Скидки у нас в июне, по-моему, нет, в июне, не помню, в июне, по-моему. Запретили все, представляете? Жалко, да? Жалко, скидок нету. Смотрите, сколько снега навалило вчера. Прям... Вся Сьерра-Невада завалена в мае. Обалдеть. Считай, в середине мая. Офигеть. И прям такой свежий воздух оттуда идет. Прям зимний. Несмотря на то, что на улице прям тепло, хорошо, но вот... Вообще трындец. Я тут решила с Чарли прогуляться на нашей смотровой площадке, рядом с работой, которая находится. Замок, который закрыт. Вообще, вот год какой-то дурацкий, все закрыто. И не знаешь, когда откроется. Сегодня все утро разговаривали про то, что будут делать с туристами. У нас сегодняшнего или завтрашнего дня. В общем, все туристы, не туристы, а все вообще люди. Туристам еще нельзя. Ну, резиденты или жители, те, кто приезжает из другой страны, прилетает, все должны сидеть на карантине 14-дневном. У нас раньше такого не было, вот с сегодняшнего дня и вот до конца карантина будет так происходить. Ветер холодный здесь, ледяной. Вот тут одна клиентка живет. Сейчас пойду ее проверю. Проверю и заодно дам знать, что я открыта. Сейчас посмотрим. Не помню, дверь открыта, что ли? Так, буду варить суп. Суп из грибов, шпината и сырный такой. Правда, у меня там еще грудка готовится, варится, она уже, наверное, сварилась.
Я ее мелко нарежу. И тоже отправится в суп. Сейчас минутку ее вот так нарежу. Воды долью. А то что-то воды мало. Быстро готовится этот суп. Немного картошки, шампиньоны и шпинат. И все. Ну, какую я себе поляну. Горчичка. Вспомнила, что у нас есть вот такая колбаска. Она очень вкусная. А с горчицей его. И вареники. С творогом и грушей. Всем приятного аппетита. Кофе попила. Чай попила. Залезла в YouTube. А там ну вообще посмотреть нечего. Все мусолят одну и ту же тему. Ну вы, наверное, знаете какую. Куда ни кинь, все разговаривают про одно и то же. Ну что такое? Ну что такое? Как говорится в YouTube, новый скандал. Новый скандал, новые разборки семейные. Это вообще трындец, конечно. Я, наверное, до такого никогда не доживу. Ой, блин, кто знает, то знает, о чем я. Ну, это вообще трындец, если честно. Я думала, такого не может быть. Вот. И эту тему мусолят. Кому надо, кому не надо. Все на свете сидят, выставляют свое мнение. Это вообще просто жесть. Да. Как это раньше была передача «Окна» с Нагиевым. Вот. Но это была какая-то подстава. Здесь я не знаю, подстава это или не подстава. Я говорю сейчас, наверное, вы уже поняли, что у мамы отличника. Да вообще там, я смотрю, мама отличника не нуши. Вот, а вот их Юлю я не смотрю, она мне не нравится почему-то. Не знаю, не сразу не понравится. Ну и вот сейчас включи, вот куда ни глянь, везде про нее разговариваю. Да что такое? Так что приходится включить какой-нибудь сериальчик и посмотреть. Время у нас сейчас до занятий еще у меня остается 1,5 часа. Муж сегодня купил разные маски, какие-то новые. Я ему сказала, чтобы мне на работу купил маску одну. Вот, поменять надо. Я ее дезинфицирую. Знаете, как дезинфицирую? Лайфхак вам такой дам. Я, в общем, ее проглаживаю утюжком для волос. Проглаживаю маску и вот так вот ее дезинфицирую. Там 230 градусов, поэтому я думаю, что даже все вирусы убиваются. Кстати, мне сегодня позвонила моя клиентка, та, которая подвыпивши ко мне приходила милирование делать. И вот она мне сегодня... Она буквально живет вот прям, ну вот так вот живет. Вот так. Тут, считай, моя парикмахерская, а вот в том доме она живет. И пишет смс-ку: Оксана, типа, ты там на работе, я тебе денежку занесу, у меня 50 евро или 100, сколько у нее было, не помню. Вот, неважно, в общем, нужна была сдача ей. И такая, да, говорю, я на работе, сейчас мы... Она, ты ко мне подойди, я не могу, я болею, ля-ля-ля-то-поля. Я говорю, да, хорошо. Вот, не успела я написать, выхожу, гляжу, она уже на улице в ночнушке стоит. Ну, видимо, знаете, привет с большого Бадона, так добрый вечер. В общем, вся в синяках, вся никакущая, в общем, ужас. Я так плохо выгляжу, зато прическа хорошая, думаю, да. В общем, вот так, принесла мне денежку. Вот, что еще хотела сказать. Вот, муж купил разные маски. Я, представляете, я вот, когда нет народа, ее ложу в карман. Кладу в карман маску и вчера кинулась, где-то я потеряла. Там в этом Олимпике, или как ее сказать-то, вот эта вот толстовка неудобная такая. И, видимо, что-то доставала из кармана и, в общем, маску свою потеряла. И на улице вот эти вот хирургические одноразовые, они мне совершенно не нравятся, потому что они мне залазят вот так вот в глаза прям. Я не могу такую носить. И вот он сегодня привез, сейчас потом покажу вам какую, какая-то другая, новая. Вот. Ну вот, одну на работу, одну с собой гулять буду носить. Ну, где народу много скопления, а так-то я просто, если иду и нет никого, я его, конечно же, не одеваю. Зачем? Мой чуть разрывается, видите как? Сегодня хорошая погода, на улице 28 градусов показывает. Но почему-то мне показывает, что лучше не открывать балкон, дверь. Почему, не знаю.
батарейка садится. Пойду вас подзаряжу. Не знаю, куда еще, не решила, куда пойду гулять. Хотя, может быть, туда в лес схожу, в горы. Посмотрим, в общем. У меня сегодня сумба по плану. В общем, не буду гадать, увидите. Сюрприз будет. Дело было вечером, делать было нечего. Создала ВКонтакте, как это сказать, профиль, да? Вот, кому интересно, заходите. Буду стараться, как и в Инстаграм, выставлять там фоточки, еще что-нибудь интересное. Оксана Позитив. Вот, у меня был ВКонтакте профиль, но я что-то туда как-то мне ВКонтакте не очень. Вот, а тут что-то думаю, дай-ка я сделаю себе страничку и буду там сверкать. Вот уже выложила, что в ложек. В общем, вот так. Это фоточка сегодняшняя, кстати. Кстати, а сегодня-то я фоточку в Инстаграм и не выставила. Вы, кстати, на Инстаграм подписаны? Внизу ссылочка. Еще не разобралась, как ссылку оставить на ВКонтакте, но она тоже должна быть внизу, в инфобоксе. Куда я, туда и ты, да? Ты везде со мной? Ты везде со мной, моя рыба? Я на диване, и он на диване. Я на кровати, и он на кровати. Я лягу, и он лягу. Я в туалет, и он в туалет. Вы думаете, я в туалет одна хожу? Я всегда с собой беру моего Чарли. Чарли, моя рыба, шлятка. Сейчас пойду я заниматься, и он будет лежать рядом. И он будет лежать, моя радость. Так, так. Он почему-то не любит, когда ему вот так лапы делают. Почему ты не любишь, когда тебе лапы? Что там такое интересное? Посмотрим. Сосед. Соседы. Соседи, соседи. Вы знаете, я пришла к мысли, что я даже не знаю, когда у нас заканчивается карантин. Его что-то постоянно продлевают, и я вообще не имею понятия, когда он у нас закончится. И мне такое ощущение, что он вообще никогда не закончится, мы будем всю жизнь жить на прикарантине. Мы уже настолько привыкла, что как бы, да и пофиг. Да, да, да и пофиг. Нам и так хорошо. Главное, чтобы работать можно было, и все. А в магазин сходить можно и в это, онлайн. Тем более скидки, походу, отменили. Будут только онлайн скидки. Только куда все это наряжаться? Ну, на втором этапе нам сказали уже, что там, по-моему, кино открывается тоже на 30%. Вот. В общем, фиг его знает. Каждый день все меняется. Сегодня целый день разговаривают про туризм. Как бы его открыть. Одни говорят, что без туризма Испания загнется. Другие говорят, что если откроем с границы, то Испания тоже загнется от этих всяких вирусов и всяких этих. В общем, Испания загнется. Да? Да, без туризма. Без туризма мы не тут. Смотрите, какая злая собака. Злая собака. Видите, какой злая? Гай, собака. Видите, вы думаете, он добрый? Ну-ка, давай, блин, ну что ты не злишься? Я всем рассказываю, какой ты злой, а ты мне вон пузяка свою наружу. Предатель. Предатель, любовь моя. Смотрите, как маечка подходит под эти леггинсы. Эти леггинсы, кстати, тоже из H&M. И прям вообще они подходят, видите, по рисунку, по всему. Прикольно. Я пошла с сумбой заниматься. Вышла на 10 минут пораньше. Я вчера заметила, знаете, что у нас магазины все закрыты. То есть им нельзя открываться. Хотя по записи они принимают людей. Ну, там вот на каждой двери. В общем, сейчас объясню. Я вчера гуляла и знаете, что обратила внимание? Что в магазинах везде свет горит и там есть продавцы. И на дверях, значит, написано, что принимаем по записи и телефон внизу. И знаете, что я подумала? То есть, я вот такая вот иду, хочу по магазинам пройтись, да? Вот.
прохожу мимо магазина, вижу магазин вроде бы как открыт, то есть там есть продавцы, вижу телефон, звоню и говорю, не назначите ли мне время через 2 минуты. Они мне открывают дверь, вроде бы как я-то на записи, правильно? В магазине может быть до 4 человек. Вот, поэтому мне кажется, вот с такой целью они открыты. Ну, вы поняли, да, мою мысль? Потому что я иногда, по-моему, выражаюсь, что меня сам черт не поймет. Чарли, идет как это, телка его тащить надо, пока он все углы не обнюхивает. И вот хочу пройти, не, ну, посмотрите, а, ясно. И хочу посмотреть, так ли это или нет. В общем, по центру пройтись и посмотреть. Вот, например, магазин Pulberry. Видите? Написано, открываемся по записи. И видите, все открыто. То есть они там, продавцы. Вот это закрыт, этот магазин. Это я иду по центру. Вот, вот, смотрите, обувь тоже открыта. Манго закрыт. Но они, смотрите, там приготовлено все. Гель, все дела. Обувь вот там тоже открыта. И тоже написано, что по записи. Ну, то есть, вот видите, я иду, например, смотрю на витрины. Захотела какую-то обувь. Да, кстати, там даже меряют. Звоню просто по телефону. Ну, чтобы на всякий случай полиции был, да, такой вот отмазка. И назначаю время буквально через минуту, через две. И могу зайти и купить. Вот видите, смотрите. Вот этот магазин тоже. Он открыт. Как бы, он как бы и закрыт, и открыт. Вот этот точно так же. Смотрите. Видите, он как бы закрыт. Но он открыт. Примор открыт. Ну я офигеваю. А что такое? Примор открыт. Ну надо же. А я и не знала. Так что вот, представляете? Это я вчера мимо одного магазина шла. И вот увидела такое. Вот Woman's Secret. То же самое. То есть вот я иду, что-то захочу купить. Звоню им. И они мне открывают, и я покупаю. Это вот Ойша тоже открыт. Видите, вот телефон написан. Они все продавцы внутри. В общем, выкручиваются как могут. Я об этом даже не знала. Представляете? Вот теперь мы знаем. Так что, если кто хочет купить, там поправился, растолстел. Ого, какая псина. Вот обувь тоже открыта. Оля. Чарли, ясно. Обувь открыта. Заходи, не хочу. Ну надо же. А я как это, в диком лесе живут. Бершка открыта. В общем, короче, у нас все открыто. Так что, так, друзья. Кико, конечно, закрыт. Вот эта обувь тоже открыт. Вот магазин открыт. Написано по записи. Так что вроде бы как они закрыты. Ну, я думаю, что свободно можно зайти и купить все, что тебе. А вот тут написано, что сумки оставляем вот на этом ящике. Господи, с Чарли ходить по центру это что-то, потому что он хочет нюхать каждый угол, хочет его обоссать и полизать и пожевать. Это просто какой-то кошмар. Это невозможно с ним ходить вот так вот. Вот так тянуть его надо. Ты что такое? Вот кастрированный же ведь, да? Вроде бы как ему не должно быть нравиться вот эти всякие запахи. Нет, он хочет все понюхать, попробовать и облизать. Так вот, друзья, раскрыли секрет. Это мой ужин. Кусочек вот такой вот грудинки у меня остался от супа. И клубнику. И харе балдеть. Хорошего понемножку. Вот, пошла смонтировать видео. И прощаться с вами пришла. Вот, встретимся с вами завтра. Все как обычно. Подписываемся, ставим лайки.
и пишем комментарии. Всего самого лучшего. Всем пока-пока.